Строительство восточной развязки. Первый этап. Сегодня на строительной площадке ведется отсыпка. На зимнее время делаем отсыпку, короче, виторфовку, которая идет в развязке. И у нас работы поделены на два этапа. Первый этап у нас уже идет к завершению. Завезено 35 тысяч куба песка, грунта и уплотнением всего, как положен проект. Площадь колечко идет на почти на 1 гектар. Как обстоят дела у подрядчика? На место прибыл партийный десант. Депутаты проводят мониторинг реализации проекта, который, кстати, внесен в карту развития Югры. В любом случае, светофорное регулирование, пешеходный переход там нужен, потому что достаточно опасная зона, есть рабочая зона, есть остановочные комплексы, то есть люди должны безопасно иметь возможность безопасно переходить через проезжую часть, тем более, что здесь большой объем грузопотока. В связи с большим количеством ДТП на пересечении автомобильных дорог участок был признан очагом аварийности. С появлением развязки конфликтные точки пересечения исчезнут, считают эксперты, а скорость движения снизится сама собой. Этот проект входит в общий порядок проектов команды Югры. И в данном случае реконструкция развязки Восточной, которая соединяет как восточную, северную промзону, город Когалым, соответственно, и является въездом в город Когалым со стороны направления Покачей, Лангепаса. И мы понимаем, что насколько это важно для нашего, для развития нашего города. Кроме того, мы понимаем, что это является одним из точек аварийности, и в данном случае реализация этого проекта снизит эту напряженность. Перекресток с круговым движением отличается от существующих развязок в городе по количеству съездов. Их будет 5. А также кольцо будет связывать между собой левобережную часть, северную, восточную промышленные зоны и автодороги в Сургут, Покачи, Лангепас и Нижневартовск. По проекту предусмотрено по 2 полосы движения в каждую сторону. На время ремонта, предупреждают строители, будет организован объездной путь. Понятно, что будет перекрытие дорожного полотна. С нашей стороны было пожелание, чтобы это сделать в минимальные сроки, ограниченные, контролируемые. Ну и главный вопрос, что есть уже реализация задач по объездных магистралях. Под развязкой будут проложены новые инженерные коммуникации. Работы по асфальтированию начнутся в теплое время. У нас качество асфальта самое лучшее. Сейчас компания «Юви» занимает почти первое место по северу и строительным дорогам. Мы строим на века по самым последним технологиям. Сперва мы ее рециклируем, бетонируем дорогу. И потом сверху идет асфальтируем, асфальтовое покрытие. Но на следующий год, когда будем закрывать дорожное полотно, когда будем сверху поменять. Но пожелаем, чтобы люди имели терпение, чтобы если быстро, качество не получится. Если надо качественно сделать, надо чуть-чуть иметь терпение. После чего рабочие приступят к благоустройству. Центр кольцевой развязки украсит скульптурная композиция. Юлиана Сотник, Максим Полозов. Наши города.